В этом году планируется обновить территорию возле дома номер 25 на Пролетарском проспекте. Уже приступили к обустройству детской игровой площадки. В следующем работы продолжатся. Сквер будет благоустроен до перекрестка с улицей Талсинской. Здесь запланировано обустройство пешеходной зоны, велодорожек и зон отдыха. Высадят декоративные деревья и кустарники. Напомним, общая площадь сквера почти 2,5 гектара. В прошлом году здесь завершился первый этап благоустройства.